Практически занятия по зоологии на свежем воздухе. Почему морские свинки так любят одуванчики и зачем кролик роет землю? Второклашки узнали в детском клубе «Твои друзья», который работает уже 25 лет. Одноименный приют для животных появился позже. Ребята приходили, занимались животными. И настал такой момент, когда, желая помочь другим животным, дети стали приносить котят, щенков, замерзших, больных с улицы. И, конечно, ожидали, что детский клуб окажет помощь. Сегодня приют и детский клуб неразрывны. Животными занимаются в основном воспитанники кружков. Ребята учатся не только ухаживать за четвероногими, но и узнают о них много интересного. Полученные знания 8-летняя Лиза применяет на своей подшефной пискле. Она веселая, добрая, не царапается. Я ее кормлю, глажу, ухаживаю за ней. Недавно в клубе открылись новые кружки – зоологические дрессуры и школа волшебника, где дети показывают фокусы с животными. На занятия приходит около 300 ребят в возрасте от 8 до 18. Сейчас они готовятся к традиционному Дню самарского кота, который пройдет 19 мая в санатории «Старт» на улице Советской Армии. Для любителей кошек и другой живности проведут конкурсы, викторины и игры. А котятам из приюта будут искать новых хозяев. Начнется праздник в 15 часов. Марина Кравцова, Мурат Гасанов, ГИС «События».